Ой, ё, танк! Ой, блин! Сейчас такая жопа будет, ребят. О, я это помню. My name is Alex Mercer. Ребята, с вами Саня, и мы продолжаем проходить прототип. Что ж, в предыдущей серии мы освободили Элизабет Грин, встретились с охотниками. Так, это не так, подожди, ты, блин, привычка из Assassin's Creed нажимать на Tab, чтобы карту увидеть. Что ж, давайте мы посмотрим, что там за миссия. Да, в предыдущий раз нелегко так нам все далось. Но мы все-таки смогли, а сейчас мы идем посмотрим, что за дополнительная миссия, что там нужно делать. Я уже предыдущий показал, там нужно было просто подняться чем выше, вроде бы. Но может там не факт, может там просто будет надо быть иногда бежать, я уже просто не помню. Сейчас мы посмотрим на эту миссию, может тут надо просто охотников больше убить, кто знает. Вау, вау, что это? Что за башка? Иди сюда, башка моя. Стой. Так, паутина интриги. Это цель паутины интриги. Полоти, получи воспоминания, откроешь больше цели паутины интриги. What were we keeping from them? Everything. Go on. This source, it's the key to genetics, but it's also a machine, churning out the worst viruses ever seen. Things that, if they got out of the lab, could literally erase human civilization as we know it. And how did that make you feel? I wasn't paid to feel. Вот и все. Одного человека мы уже... О, опять это... Штука, давайте мы ее возьмем. Ага, полученная метка сбора. Там еще я видел две штуки. Давайте мы сначала их возьмем, потом уже. Еще две метки сбора. Недалеко так. Четыре. Теперь уже сейчас будет пять. О, еще одна. Да мне прям везет. Давайте шестую возьмем и все. Выше поднялся, вот тебе и седьмая. Круто. Семь штук уже собрали. Так. Использует активную силу, чтобы убить больше врагов за установленное время. Ага, понял. Сейчас мы попробуем. Три. Два. Один. Где враги? Вижу. Идите ко мне. Пока 8. Так, так, так. Девять штук. Ага. Уже серебро пошло. Отлично. Давай, 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 давай. 6 секунд. Иди сюда. Отлично. Пройдено. А сколько там нужно для... 28 для золота? Мно... Две штуки. Давайте мы еще раз попробуем. Вдруг нам для золота получится еще. Мало ли. Теперь я знаю, что делать. Нормально так. Так, сразу бежим туда. Иди сюда, ребят.
Пока два, ё-моё. Пока три. О! Так, они еще там. А, я умер. Конечно, они там все стреляют. Ай, ладно. Давайте прервем. Да, думаю, так будет легче. Так. Давайте уже на миссию пойдем. Вот это бахнуло. Ладно, мы побежали. Думаю, вам было интересно увидеть, что это за миссия, что там нужно было делать. Но если мы сделаем, что у нас было всегда больше хп, я думаю... Хотя надо было щит. Хотя нет, какой щит. Щиток. Спалили. Сейчас они меня потеряют и все. А, уже потеряли даже. Тю! Слабоватые они какие-то. Очень. Они меня потеряли. Тю! Я же говорю, какие-то слабаки. Можно сделать даже вот так. И ничего не будет. Кому ничего не надо. Опять такси. Кому оно нужно? О, опять. А ну-ка иди сюда ко мне, память моя. Confirmation of the agent in two sampling stations. That is a variant of DX1118, still untyped. In 10 to 15 hours, an outbreak is likely to appear. It is vital that fast action teams are on site within minutes of the first confirmation. We're here to make certain what happened in 1969 never happens again. You all know your duty, whatever it takes. Если 1969 года, значит, это уже было. Значит, это уже было. Так, давайте мы... Оп. Так, нам уже к миссии недалеко, кстати. Да. Прям за этой стеной. Давай же ты выбирайся, Алекс. Чуть-чуть осталось. Оп, долетели. Стоять. Сила поедания позволяет тебе есть. Ни о чем не подозреваемая жертва в полете. Ага. Удар артиллерии. Вау. Захватить бронемашину, живучесть. О, удар в полете. Не. Ударная волна. Спринт-захват. Спринт-бросок. Не-не-не-не. Живучесть. О! Так, задержать дыхание. Подъем жизни. Спринт. А, спринт второй давайте мы купим. И прыжок получше. О, мое любимое. Разгон рывка. Возврат. Воу. Силы. О, когти. Щип земли надо будет как-нибудь. Кувалда. Ладно. Так, это мы помним, что это. Does the name Karen Parker ring any bells? Well, it should. She was close to you. An ex-girlfriend. I have her address from the laptop. Get to her before the military makes her disappear. Look, if I can find this lead, you can bet they will too. Alex, be careful. Чё нам оберегаться?
Мы крутые. Так, найдите Карен Паркер. А где Питер Паркер? О, вот это полет. Всегда его обожал. Это полет. Летишь себе. Давайте пролетимся. И не пролетелись нормально так. Опять красная зона. Воу, там какой-то... Да, это очень плохо выглядит. О, там еще вертолетик. Давайте мы тогда обычного гражданского, чтобы без подозрений было. Давайте мы зайдем. Карен Паркер. I thought you were dead. I should be. Алекс ничего не понимает. You need to get us a vehicle. A military one. Ой, ё, танк! Ой, блин! Сейчас такая жопа будет, ребят. О, я это помню. О. It has to be connected to Elizabeth Green. А, иди сюда. Пропускать даже ничего не будем. Будем смотреть. Parker, Karen I. DOB 1176. Doctorate Genetics, Rutgers University, 72-2003. Hired Gentech, Special Projects 21-2002. Director, genotyping, level D access, reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J. Wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base 6 Charlie Alpha 1. Отлично. Ой, какие люди. Поглотим мы его. Отлично. Теперь валим отсюда. А, мне еще в розыске. Ой. Это нехорошо. Отлично. Пробежим куда. Ой, ё, спалился. Ну ладно. Так. Бежим, куда нам нужно. Пройти на военную базу. А, ну да. Конечно, вы меня потеряли. Кому вы вообще нужны? Здорово, мужики. О! О, сейчас его надо сожрать. Для доступа к сканерам личности тебе нужно поглотить командира и взять его форму. Используй стелс поедание, чтобы осторожно... Да, рядом. Ага. Стелс поедание. Отлично. Теперь надо свалить отсюда. Все, подождем 5 минут, даже меньше. Кто? Иди сюда. Гады. Так, вертолет. Давайте на Мерсера переключимся. Для более легкого. Этот вертолет мне не нравится. Иди сюда. Сейчас мы с тобой разберемся. На! Отлично. Упал. Так,
мы идем туда, куда нам нужно. А то есть нашему БТР. Входим на базу. О, этого чувака надо. Конечно, умеет. Тебе нужно поглотить водителя БТР, чтобы получить умение у Нади БТР. Военная база имеет ключевой персонал, которому нужно это да. Так, мы пошли. Тебе куда нам нужно? Все, паутина пошла сначала. Welcome to the Marine Armor Training Center. There are 19 major systems in this Marine Armored Personnel Carrier, and over 25,000 moving parts. In the next 8 months, you will learn all of them. When you're done here, you'll be able to park that vehicle on top of an enemy position and blow the shit out of them. It's my job to get your shit in order. It's your job to shut the fuck up. Заткнись. Так, угон. Иди сюда. Чё? Ах вы гады. Еще один. Еще один. Вас всех пожираю. Останьте вы от меня по-хорошему. Можно где-то скрыться за этим? Все, Санек пропал. Отлично. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. Ой, ё. Надо Мерсером каким-то, чтобы потом спрятаться. И сюда. Иди сюда. Мне нужно ваше ХП. Да ты гад. Сюда. Иди сюда, я сказал. Все, ах ты гад. Иди сюда. Иди сюда. Вот так вот тебе. Так, еще один малыш. И последний. Все. Теперь их нет. Зато еще база нейтрализована. Так, ходы БТР. Мужики, извини. Упс, как? Так, валим отсюда. Как я спалился? Ай, ладно.
Хотите разборок? Не до вас. Мне не до вас. Ага, мне с другой стороны, наверное, заехать. Так, куда же тут заехать? Давайте посмотрим. Ага. Так, еще один. Отлично. Еще двое. Так, гады живучие. Где еще? Миссия выполнена, отлично. Извините, люди, но мне нужно уехать отсюда. Другого пути нету. Упс. Упс. Так, поехали куда нам нужно. Вроде все спокойно. Тихо. Ага. О. Вас-то насрать. Так, нам нужно О, отлично. Чем мы его добьем? Сейчас добью. Давай. Да. Отлично. Мы уничтожили Ульи. Фух. Так, миссия выполнена. Теперь дальше куда? Да блин, дайте мне развернуться, гады, а. Поехали просто вперед, куда нам нужно. Расходы, жертвы. Машины всякие. Так. Здесь тут ничего не будет плохого, а то мне еще не хватало еще что-то. Ой, вертолет, это мне не нравится. Вот, упс. Что же я творю? Что же я творю? Ой, мужики, извините. Извините. Мне прямо нужно. Топа. Ой-ё. Чёрт. Блин. А ладно. Просто валю. Просто валю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, главное, что мне... Отлично. Давайте просто встанем, и мы... Так.
Alright, we need to keep our heads down. Steer clear from any military. О! Меня здесь нет. Есть! Так, о, что-то новое появилось. Жертвы, все такое. Did I ever tell you Karen and I were together once? Pictures of us at my apartment. At least I assumed that was us. Karen worked at Gentech. Maybe she could explain what was going on with me and how to control it. I know now. Freeing Elizabeth Green was a mistake. She was a monster. Infecting everything she touched. Get to Green, find out who did this to me. I thought she was the key to all of this. And was she? In a way. I knew we were connected. Victims of a common enemy, subjects of a common experiment, and I didn't know. But I had Karen. And we were gonna put a stop to this thing together. День инфекции 4. 4% населения заражено. Оу. Еще сам Алекс Мерсер закашлялся. Ну что ж, давайте посмотрим на миссию, где такой чувачок в шлеме, так сказать. Ну, ну так сказать. Она как раз недалеко. Так, мы что-то уже тут разломали. Мне вот интересно, что за миссия. Вот она, кстати. Оп. Что ты? Палачи, не палачи, чтобы начать военное событие. Ага. Охота на ученых. Йо. За время. Ой-ё. Идите в баню, а. Баню. Надо за время платить ученого. Я думаю, мы успеем хотя бы одного. А их там трое. Защитники. Пройдено. Оу. Ноль из двух. Ну, награда. Ну, нормально. Ладно, идемте к миссии. В качестве ученого. А это что за значок? Хотя, ладно. Вот теперь БТР ездить у нас тут. И ученый, который быстро бегает. Это я, ученый. Так. Что-то машинку опять поцарапали. Ладно, давайте. А, нам уже не наверх. Ну ладно. Верно, через этот дом. Да-да-да, как раз тут. Бля. We know a few things about the outbreak. There are two genetic strains at work. I need samples from both types to be able to treat it. First, you're going to have to locate samples from infected water towers, and then collect samples from a full-blown hive. The water towers are prevalent in these areas. Get there, destroy them, and collect the material. Then head uptown and get the material from the hive. Whatever's happening here,
This is only the beginning. Ну что ж, ребята, мы продолжим в следующей серии. Всем спасибо и до следующей части. Пока!